Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 12, упражнение номер 38. С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней? Первым действием мы 10 умножим на 8. 10 – это количество машин, а 8 – это количество рейсов, которые они делают в день. У нас получается 80 рейсов делают машины за один день. Теперь мы количество рейсов 80 умножим на количество тонн овощей за один рейс. 8 десятков умножаем на 5, получается 40 десятков, или 400 тонн овощей вывозят машины за один день. А нам нужно узнать, сколько они вывозят за 6 дней, поэтому мы 400 умножим на 6. 4 сотни умножаем на 6, получается 24 сотни, или 2400 тонн овощей вывозят машины за 6 дней. У нас стоял вопрос, сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней. 2400 тонн овощей вывозят машины за 6 дней. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.